Да, Дима впереди. Сегодняшним мероприятием завершился наши вратарские сборы и турнир «Вратарский вызов». Победителями стали... Финальная полька прошла между вратарями «Амкара», нашей взрослой главной команды, и их молодых дублеров. Победили молодые. Молодым у нас везде дорога. Вот амбициозные, горели желанием. Ребята выиграли. Первое место занял Александр Жировских, второе место занял Савелий Леонов. Ну и призы им вручат наши спонсоры, представители компании Мизекс. За первое место награждается Александр Жировских. За второе место Савелий. Очень большая благодарность, что есть такие попечители, покровители футбольного клуба, истинные болельщики футбола. Хочу выразить благодарность, что вы с нами, вы идете этот путь от начала новой команды. И надеюсь, что это у нас не последний турнир, мы где-то попытаемся провести Академию футбола с маленькими возрастами такой турнир. И хочу выразить огромную благодарность за то, что вы нас поддерживаете, за то, что вы есть. И еще раз большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо.